Салам, барадам, друзья, всем привет, здравствуйте, и хо-хо, и го-го, и так далее. Нет, вы ошиблись, сейчас не будет играть бандитка и ее банда, вы очень-очень сильно ошибаетесь. А мы начинаем игру, ап-хап-хап-хап-хап-хап, пишут мне майнды в чате, ну, командам. Сегодня очень-очень хороший день, сегодня была просто мега-ультра-сладкая погода в Киеве, ну, она до сих пор есть, будет хороший теплый вечер, все такое, весна пришла в Киев, на пару дней это хорошо. Здесь обычно просто в Украине как, сначала зима, потом лето, потом зима. Вот. Как так, непонятно. Вот тут обычно осень, как весна. Ладненько, друзья. Ну, на следующий матч сегодняшнего дня это команда Майнд и коллектив Гетто Ганг 2 в составе без, конечно же, товарища Цыгана. Это Мистер Диважный, Линк, Интеллизиум и Мейнстрим. Я даже не знаю, что пожелать парням удачи или терпения, или того и того, потому что парням будет очень-очень сейчас играть тяжело. Карту они начеркали с миндами в ВВГ. Команда Майнд, ну, их они в представлении не нуждаются. Это один из сильнейших коллективов вообще, который играет в Стар серии. Я считаю, это чуть ли не единственная команда, которая способна просто разбить в щи команду RockSkies. Ну, они к этому идут. Они к этому потихонечку идут, потому что они, ребята, в принципе, способны. У них есть реальный шанс просто закрепиться сверху топа и продолжать дальше радовать нас своей замечательной игрой на разных картах. Вот. После этой встречи мы перейдем смотреть матч Кислота против Мэдхаус. Мэдхаус будут без бандитки, и команда, наверное, выиграет. Вот если они выиграют, это будет просто что-то. Я буду так доволен прямо. Эх! Ребята тащат просто, молодцы. Ну и Гетто Ганг первый состав вечером в 9 часов по Киеву, в 10 часов по Москве. Друзья, против Tourette Syndrome, битва украинских команд. Это будет что-то незабываемое, невероятное, интересное, странное. Ну, прямо мега странное. Ну, я думаю, можно мне нажать уже здесь кнопочку «Готов», ворваться обратно в Point Blank и попытаться сделать все, чтобы команды начали как можно резче. Слэм, слоу. Слоу слэм. Тупо на работе. Kick it and bang it, troll face. Тут вот минды прикалываются Джонни. Джонни, кстати, любитель... Ай, чуть не сказал. Ладно, шучу. Чуть не сказал, шучу. Бывает. Но судьям скажу. Ладно, а мы продолжаем тем временем смотреть. Я немножечко не поправил сейчас счета. Я это дело быстренько пофикшу. Пофикшу. Это минт, конечно же, ИГГ-2. Такс, ИГГ-2 у нас это Украина, естественно, да. Вот, извиняюсь за такой, за такую оплошность. Просто я думал, что я вписал, а я ничего не вписал. И один момент буквально. Оп! И возвращаемся обратно сразу же, просто послушали ползвука. Ладненько, ну что, Майнд начинает у нас в защите. Это очень-очень хороший знак, в принципе, для них, для всех. И, конечно же, атака Гетто Ганг 2. Это тяжело. Это тяжело, друзья, во всех смыслах этого слова. Но Мейнстрим открывает счет в раунде, врубая Скелла. Скелла, кстати, единственный представитель украинского флага в коллективе Майнд. Остальные все игроки из России. Мне также вроде бы как известно, что у них есть даже свой менеджер или что-то вроде этого, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться, поэтому озвучивать не будем. Вообще у этих парней хочется взять интервью. В печатном видео. Не в печатном виде, хочется взять это интервью именно в видеорежиме, с камерой, либо пригласить в студию. Но вообще, перед лан-финалами у нас будет много времени на дополнительный материал вообще к Стар-серии. И мы, может быть, снимем что-нибудь еще от RockSkies прикольного. Но это пока что тишина. Это просто еще не точно. А здесь 4 в 3. Ну что, атака пошла здесь вовсю. Пытались сыграть мид ла-кафе. Сэшечку с выходом на Тэшку, и в итоге у них это не получилось. Как видим, Интеллизиум выходит, сейчас он здесь врывается бочком, понимает, что с КТ уже кроют, есть Джонни на подъеме от длины, и рядом вместе с ним Зуан. Я думаю, в принципе, будет здесь беспощадный прием от Зуана, как видим, да, сразу начинает стрелять, не перестреливает Хэтэча, урубает Интеллизиум минус Зуан, отлично, 2 в 2. Вот это Гетто Ганги 2 разминули. Слушайте, пошла им замена Цыгана на пользу или нет? Ну, насколько мне известно, Цыгана не убрали из команды, Цыган просто ушел сам, ему предложили место в коллективе The Nation, и, может быть, они усилятся с этим. Ну, вообще, это очень-очень... Это очень рисковое решение, я вам так скажу. Так, Джонни у нас пока что без автомата решил поиграть. Нет, достать решил все-таки. И пойдет сейчас на мистера Ди. Все, видел мистера Ди. То, что тот пошел чекать окна, пошел к нему в спину. И будет ли это минус? Да, это минус, деф-бомба и первый раунд за командой Майнд. Все аккуратно, осторожно, вообще без проблем. Все как надо. Все по делу, друзья. Миссия провалена.
Вот, просто все-таки цыган очень талантливый парень. Вообще, я бы, думаю, подошел в любую команду. Но вот, например, для уровня там Раксов, Миндов, он может быть чуть-чуть. Хотя нет, дорос, но не до Раксов пока. Вот у Раксов все хорошо. Стабильные 5 игроков — это залог успеха просто ко всему. Посмотрим на прыжок от Скелла. Промазал первый раз, побежит второй раз. Давай. И. А, чуть-чуть не хватило. Ладно, все, давай дадим дым. Давай дадим дым, раз не запрыгнули. Все правильно, скалуха, братуха. У-ху! Доставай скалку, катай блины. Так, здесь готовится проход по центру уже от команды Get a Gang 2. То есть здесь Интеллизиум, в принципе, был вот рядышком с центром. Но решил пойти на винт мейнстрим в ожидании его. И они готовы пробиться сейчас на товарища Скелла. Если он закроет здесь двоих, это будет очень-очень жестко. Он, по-моему, боится попасть на прокид. Ой, как тут вышли. Вот надо было закрывать. В итоге пропустил. Все, ушли игроки атаки. И могут играть теперь спокойно стяжку. Они сейчас должны просто понимать, что здесь укрепление альфы. При том, что достаточно жестко. И стяжки обратно не было. И придется потерпеть, типа. Очень потерпеть. Напоминаю, что комментарии читаю на pb.starladder.tv. Новость матча SLTV Star Series на 5.04.2012. Так, ну что, мейнстримчик. Здесь Hitachi Z по минусу. Пока выходили на Б через мидл, стягивались. Мост был принят, в принципе, и стяжка тоже с винта была забрана. Посмотрим, как на длине сыграет. Мистер Ди замыкающий и дает сейчас на Джоне прокид. Интеллизиум вместе с ним вдвоем. Ну, минды готовы. Минды готовы издалека принимать. И, в принципе, этот пассивный дефенс здесь работает. Мейнстрим минус. Интеллизиум добрасывает до Джоне. Минус 2 от Гетта Ганг 2. И это хорошо. Грей ловит сразу в чашечку, в бубенец. Но это тебе, конечно, не бандитки скриншоты скидывать. И получил. Получил. Ну, 3 в 2 убивания, Зуан заходит. Чек плунта, понимает, что мистер Ди ушел по-любому. И прыв на него. Минус перекрестный огонь с интеллизиумом с подъема. И, по-моему, это раунд за Гетта Ганг. Если Хитач, Грей не проявит инициативу. Хотя Хитач дает минус. Ди в плунте. И 1 на 1. Опасный момент. Ди. Ну, будет ли это еще один фраг в его исполнении? Но это жесткий момент на бомбе. Просто здесь Ди рискует потерять все. А Хитач имеет небольшое преимущество в виде того, что он может здесь просто протащить. Но они друг за другом бегают просто вокруг трансформатора. И как видим, Ди затаскивает этот момент бодрячком. 1-1. 1-1. Ну вот минус 2, но они были очень-очень-очень ключевые. Он мог, в принципе, там проиграть очень жестко. Очень жестко. Продолжаем смотреть за встречей. Минды будут сейчас играть, ну, расторопно, расторопно очень. Вот Джонни уже пошел здесь в дом. Сейчас будет, наверное, пытаться пройти на мост. Хотя не старался. Скелл минус. Вернее, минус скелл. Здесь пробит винт. Интеллизиум пытается закрепиться, как видим, здесь создавая давление. Но, по-моему, он сейчас просто... О, его запирают. Запирают стрельбой, дымом, гранатами. Да, взорвал Хитач. Ну и выход по улице от мистера Ди. Давайте посмотрим на линка. Линк у них здесь сегодня новенький. И пока что стычка на винте с Хитачом не приносит результата. По-моему, они просто хотели сейчас альфу сыграть. Не, ну по улице не просто так пошел. Если бы здесь винт занимал один из игроков атаки, они бы имели вот здесь вот перекрестный огонь по этой дистанции. И могли бы контролировать здесь проход с хелпы. Плюс могли бы развести с бомбой. Она могла встать здесь, либо здесь. И здесь она сейчас походу встанет, судя по тому, что здесь игрок нападения. Вот он собрался что-то здесь нам продемонстрировать. Вот что будет делать второй, мне больше интересно. Ничего, все, мистер Ади забирают, и мейнстрим последний. 1 в 4, безвыходная ситуация для него. Не, выход есть, просто это называется... А веревку с мылом с собой взять, это как новый закон в России. Недавно вышел. Комментарии на форумах на разных просто улыбали к этому закону. Ладненько, ну что, здесь, как видим, мейнстрим пытается стреляться, добивает Зевана. Но его со всех сторон здесь тупо штопают. И, как видим, в два девайса все-таки застают парни врасплох. Мины берут еще один раунд, это второй их очком в этом матче. Вот, ну и все зависит сейчас от Гетта Ганг 2. Если они здесь, в принципе, берут нормальное количество раундов. Так, нужно здесь пока поудалять комментарии. Берут нормальное количество раундов в первой половине за атаку. Хотя бы 4 раунда им, в принципе, будет хватить, чтобы в защите стоять бодро. Просто мы видели этих парней. Мы видели, ну, в частности, да, Цыгана. Это вот первый, вообще первый, кто попал в топ-10 Star серии. Скал пока что нашивает двух игроков на винте. Пытается добить третьего. Грей минус Линк. И мистер Ди остается один. По-моему, ну, вот этот раунд уже сыгран как-то безморально. Безморально от команды Гетта Ганг 2. Ну, скорее всего, здесь будет, может быть, в одну калитку. Но это процентов 50. Вообще, полностью заменить Цыгана Гетта Гангом будет очень-очень трудно. Все-таки типы
уже были сыграны, нормально сыграны. А какие команды набирают новичков? Никакие команды из Star-серии не набирают новичков, я тебе отвечу на этот вопрос сразу. А здесь пока что атака мидл и проход на бету, 3 в 4 дали размен. Игроки защиты, при том, что первые стали принимать, в итоге не сдержал один из игроков дефенс. Сейчас пойдет проход за Джонни, но имеет преимущество здесь. Ой, Грей, каска и... Да, минус от Элизиума. Все, все, 3 в 3, здесь надо работать в сторону Альфа. Здесь надо уходить, уходить. Нельзя уже здесь играть на бете, была стяжка, размен. Ну вот, вот куда, зачем? Надо было уйти с мидла, вообще зайти на винт и идти на Альфу. Ну не было здесь смысла идти никак на бету. Вот почему где-то ганг 2 не могли принять это решение важное? Может, потому что важный, такой важный, что остался стоять. Очень важно на деревяхе, важно. И ждать кого-то в аркаду со скрипа. Ну, могли отойти. Вот там была одна секунда, две, когда нужно было просто принять решение, отойти. Все. 3 в 3. Здесь раунд практически взят. Только поставить на альфе, и как бы игроков защиты можно выкурить перекрестным огнем. Но до этого не дошло, и я начинаю даже зевать. После такого эпичного момента. 4-1, 3 раунда преимущества, друзьяшки, и... Это будет катастрофой сейчас для Гетаганг, если они не смогут, для Гетаганг 2, если они здесь не смогут начинать нормально. Но пока, в принципе, поймали аркаду на центре, хорошо пошли на винт. Преимущество численное есть. На Грей, на Метале очень хорошо, как видим, нашил сейчас он скрип. Не скрип, вернее, дверь. Но все равно там никто не вышел. Куча дыма, стяжка бета. Здесь уже, посмотрите, мистер Ди. Бежит, 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 бежим, худяем, бежим, худяем, братья, бежим, худяем. Все такое. Успевает подойти к дому. Но, по-моему, сейчас опять в тупик придут гетаганги. Ну, не дай... О, сейчас будет минус от Джонни. 3 в 3. Все, с винта аркады уже не будет. Здесь была стяжка спокойно на КТ респ. Совершенно... Совершенно обычная минус мистер Ди. Да. Разменом, конечно же, 2 в 2, но, по-моему, они зря туда пошли. Ой, как зря. По-моему, просто гетаганги хотят перехитрить соперника. А в итоге получается так, что соперник действует прямолинейно, гетаганг тоже выходят с ними на эту прямую линию и начинают терпеть. Ну, надо действовать просто более открыто, там, не знаю. Вот задавили альфу, надо было выходить. Здесь сейчас поставили бомбу разводом, но посмотрите, что случилось. Мейнстрим просто взял, зачекал The One, стал делать деф и... Смотрите, что делает Линк. Прыгает сейчас бомба у нас по зеленым ящикам, но не успевает. Пропрыжка по ширме, и в итоге 5-1, это уже тотальная доминация, по-моему, от миндов. Но менды напрягаются, это приятно смотреть. Просто обычно в таких встречах такого не происходит. Здесь произошло. Слэм, когда Тафа будет? Я не знаю. Тафа на БЛЦ, а сегодня его вообще нету. Я первый про Тафу спрашивал. Не, я вам обещаю, что лан-финалы всех турниров в киберарене мы с Тафой будем комментировать, конечно же, вместе. То есть там просто разброд дисциплин сейчас очень большой, а хороших комментаторов по этим дисциплинам нету, потому что из них там две новые, и как бы... Мы пытаемся как бы уложиться все в сроки, это тоже можно как бы понять. Меня поэтому сюда и привезли, чтобы все было окей. Так, здесь гетаганг 2 тем временем взяли раунд, пока я отвечал на ваш интересный вопрос. Тафа как будет, так будет. Это тоже трансляции по БЛЦ каждый день. Как бы, да и особого ничего такого нету пока. Вот, но на 6 число мы очень сильно хотим, я очень сильно хочу Тафу негатив, вот хоть чтобы Таф покомментил тоже, потому что пора уже, потому что день будет жаркий. На 6 числа, друзья, вот любители Counter-Strike, параллельно будет идти Copenhagen Games, и Copenhagen Games вместе с Тафой я тоже буду комментировать в начале, то есть с утра, и в итоге к вечеру только сяду за Point Blank здесь комментировать Star Ladder, и на Star Ladder его, если мы сможем вдвоем откомментить, то с радостью, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Потому что Тайф придется там 3 матча было, 3 комментить на Copenhagen Games. Нет, всего лишь 1-2. Мейнстрим минус скол и 3-2 скел. Скел! И грейт аркада на мейнстрима. Вот мейнстримчик здесь, по-моему, сейчас хорошо идет. Да, 9 на 6, очень красиво. Пока выбивает, но... Синхронная аркада он не выжидал. Ласт минус от Грей, это 6-2, друзья.
Пока что под разгром. Под разгром идут где-то ганг-2. Такое ощущение, что даже не хотят сопротивляться. Напрягают, но не проявляют инициативу в момент, когда выбивают себе преимущество. И от этого теряют больше. Вообще от нерешительности, друзья, вы всегда будете терять больше, чем от неправильного решения. Это вот чему учат командные игры в первую очередь, поэтому учтите. Такая тема. Командная игра решает. Здесь нужно быть всегда решительным. Либо ты решил и пошел, либо тупишь и забудь. Так, скелл, прием винта. Здесь два игрока пытаются пройти по медлу. Интеллизиум пошел на скелла сейчас. И, видать, у него будет здесь стычка. Опачки! Минус скелл, отлично. 3 в 4. Мистер Ди прошел длину, прочекал упор вагона. Ой, упор БТР, да? Дальний угол попадает на чек от Грея. Грей стягивается. Мистер Ди пытается выстрелить. Не выходит. В итоге Грей забирает линка. Тем временем. Но Мистер Ди остается один. Его тиммейты просто никак не поддержали. Сыграли неаккуратно. Ну, хоть Грей взорвал. 1 в 3. Давай на папу, Мистер Ди. Гоу, 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 ин, гоу. Давай. Рандом хедшот. Нет, не убивает. Но остался, конечно, в ситуации запертый. У него есть 50 секунд. Просто ему надо сейчас посмотреть на время и понять, что он еще может успеть уйти. Или сделать вид, что он ушел. Сейчас будет минус хитач. 20 хп! 20 хп было! Что ж ты не вышел-то? А, такая половина. Жесть, как она есть, друзья. Я очень сильно расстроен за команду GetaGang. Они реально в шаге, вот практически в каждом раунде, в шаге от победы просто отскакивают. Счет 7-2. Очень удовлетворительный, с другой стороны, для команды Mind. Они готовы дальше продолжить свою игру и будут, наверное, стоять на своем, пытаться продавливать своих оппонентов. Ну и что можно пожелать? GetaGang удачи с двух раундов отыграться за сильную сторону. Думаю, не у каждого получится. Но вполне возможно, парни... Может быть, постараются и удивят нас. Давайте сразу же примкнем к экранам, нажмем кнопочку «Готов» и... Эх, поедем или не поедем? Я думаю, что не поедем пока еще. Ну, я пока коммент зачитаю. 154, плагиат. А, ну это я уже узнавал. Так, хочу... И вот если бы по правилам донат был запрещен или ограничение, допустим, до 100 рублей за матч, 1000 рублей за сезон, игра поменялась бы и было бы больше интересных моментов. Ну, вообще, интересных моментов без доната мы вряд ли много увидим, а в целом меня, например, очень все устраивает. Мне нравится, что в поинт-бланке, да, надо делать донат. Ну, да, это игра, это современные игры, друзья, и, то есть, может, она по графике не современна, но это современная игра, да, хочешь быть лучше, покупай, да, но есть правила, есть ограничения, как бы они всегда работают, и если... им следовать, то все нормально. Меня нисколько не напрягает. Мне, например, там не жалко будет 800 русских рубасов там забашлять за месяц, чтобы у меня было все как надо, и я получал удовольствие от игры 5 на 5. В первую очередь удовольствие. Если вам не нравится, вы просто не играете, а интерес вам придет со временем всегда. Я, например, футбол до сих пор не понимаю, мне смотреть неинтересно. Я не смотрю ни один матч. Ну, что можно это сказать? Ну, я с радостью могу посмотреть КС. Ну, а здесь пока менды в попытке атаки на 2 в 1 размениваются. Остается Зуан в опасной ситуации. Увидел проход под мост от Мистера Ди. Знает, что тот под бетоном, пытается его здесь найти. Все, просек ситуацию. Знает, где Мистер Ди, не знает, где важно. Важно идет стэшки. И Зуану здесь надо делать фраг или уходить. Но уходить он будет, как я понял, стэшки, либо на Мистера Ди напрямую. Ой-ой-ой-ой-ой, все, в спину заходит важно и добивает Зуана. Найс. 3-7, все прям вплоть по таймингу сыграно было. Но Зуан сам потерялся, надо было открываться, либо уходить через улицу, как один из возможных вариантов вообще развития событий в этой ситуации. Но решил, что нет. И вообще, точка кипения уже на подходе. Если кто не знает, что это такое, то, друзья, pb.starladder.tv. Заходим, там новость, и она написана, что точка кипения уже на подходе. Вот так ее назвал у нас сегодня негатив. И, как я понял, да, он. Совещайся с авторами. Пока GetaGang 2 решили дать камбэк, а тем временем игрок Anti-E-B-A-T-E-L выиграл следующий предмет. Вот это ник. Огонь просто. Зван минус мейнстрим. Тем временем 3 в 2. Менды решили потащить, покорячиться чуть-чуть. С нуля им не берется, но здесь решили потащить.
Совсем чуть-чуть. Так, минус от важного забирает Хитача. И в итоге 3 в 1, друзья. И минус от мистера Ди. Все окей. Все окей. Разобрали их на этой бомбе. Ну и это 7-4, друзья. 3 раунда нужно. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Семь четыре. Завтра, друзья, в 16:00 по центральному времени вас ждет два финалиста Intel Challenge 10 сезона, которые сойдутся в прямой трансляции на SLTV. Это Get a Gunk и команда RockSkies. В 17:00 вас ждет завтра 3D Clan против Existence. Между этими двумя командами разница разразится нешуточная борьба. Разница у них в уровне небольшая. Ну и проигравшая только команда Zenation Existence. В общем, тяжело, тяжело завтра будет. 18:00, центральный матч всего сезона, это RockSkies против Mind. Вот завтра это нельзя просто пропускать. Ну а здесь тем временем менды решили все-таки открыть свои ротики и начать туда забабахивать что-то неприятное, непривычное, неудобное, потому что пока что сдерживается только Zuan. 7-5, очень быстрая серия раундов от Get a Gunk 2. Никак пацаны решили вкорячиться. А в 19:00 третья встреча команды RockSkies за один вечер. Это завтра. На этот раз их ожидает украинский коллектив Hellraisers. Ну и напоследок, друзья, в 20:00 по центральному времени, в 21:00 по Киеву, в 22 по Москве будет The Nation Emotion. И это просто день, когда матчей будет настолько много, и все они будут интересны, что мы можем потом просто, ну, две недели не ходить в туалет по-большому, потому что экшена будет куча. Минды разозлились, Скейл минус важный, пошел прорыв, винт в итоге будет пытаться замыкать, Линк стреляется с плента, Скейл решил уже прямо здесь надрать, Грей отстреливает тем временем мейнстрима, мистер Ди в пуше по центру будет заходить в спину на винт, у него может сложиться важный момент, но он уже не сложится, потому что важный отъехал, и это 5 в 1. Вот такие вот минды, друзья. То нема, то ты бенеме, то раз и взяли раунд. Беда. Просто беда, печаль. Что я могу сказать? Тем временем не забывайте писать комментарии также ВКонтакте, кроме StarLadder, vk.com/kiberarena_app. Я зачитаю ваши комментарии. Но приветы мы не передаем. Я также напомню, мистер Ди минус Хитач, Грей забирает мистера Ди. И в итоге это 8-5. Три раунда преимущества снова у Майнд. Снова они лезут на коня. Снова у них шашлык, башлык, шаурма, бастурма. И понеслась вперед дальше война. Эх! Эй, брат Мачо, моя моча приносит удачу. Если б я тебя не обоссал, все бы могло быть иначе. Жесткие тексты просто, друзья. Жесткие тексты. Ну, сегодня можно. Сегодня просто день перед концом света, так что можно оттянуться. Конец света завтра в поинт-бланке, друзья. Итак, мейнстрим пробил улицу и сейчас будет принимать тэшку. Вот я считаю, что Get a Gunk 2 здесь не хватает, а именно... Вот, прошла аркада отважного, но Грей... Скилл закрыл на Грея, там, вернее, важный просто тусовался. Бета-альфа, создание давления. Так, мейнстрим, отличный чек улицы. Просто на 5, просто на 5. Он никого не увидел, это самое главное. Ну и дальше будет только интересней. Чем вам мой смех не нравится? Что вы тут опять на мой смех налетели, а? Ну, смешно мне, есть у меня чувство юмора. Товарищи зрители, хватит. Я понимаю, что вы 98-го года рождения, большинство из вас, и вы все знаете, как правильно смеяться, и что многие вещи в жизни зависят только от вас, и вы самые важные на этой планете, но смеяться-то уж мне не запрещайте. 2 в 2 выбивание от Get a Gunk, дом плюс длина, как я понял. Ох, ты ж посмотрите, Линк как сходил, все, два дом, зажимай, готовься, вот убиваешь Джонни, все, будет халява, а он уходит в дом, просто в самом эпичном моменте минусует мейнстрима при аркаде. В двери, и в итоге на винте приняли, а Линк попытается сейчас зайти в спину, как видим. Ну, у него здесь интересная ситуация, вдобавок ко всему, и плюс, короче, Хитач еще ему ставит голову. Ну, это жесткий подзатыльник. 9-5, друзья. Да, минды просто уверены. Ну, это такая железная игра, и вообще для Get a Gunk это, я считаю, очень хороший результат, с учетом ухода цыгана. Это, возможно, какая-то деморализация, там, низкая мораль у команды. Но более-менее держится. Так, накормили Скелла. Это как фейк-граната. Скелл минус важный. И в итоге проход винта. Но я думаю, здесь уже сопротивления жесткого не будет. От 3 в 5. Все, тут уже контроль от миндов четкий. Старается что-то сделать Линк, но его одного мало. Пробрасывается коридорная. И взрываются просто игроки защиты. Уходят к винту. Открывается Грей, чекает. Никого не видит. Здесь, как видим, Элизиум. И
Грей. Ну даст минус, добьют Элизиума. Нет, он здесь еще ставит по Грею, но тут приходит Хитач, ставит заключительный хедшот, друзьяшки. Это 10-5. Это 10-5 в пользу команды Майнд. Отличная, уверенная игра в их исполнении. То есть они более чем жесткие оказались. И совершенно беспардонно разделались с командой Getto Gang 2. Ну, Getto Gang 2, что можно про них сказать? Замена в составе и все прочее, все остальное. Счет 10-5, по-моему, он удовлетворительный для команды Getto Gang 2. Вообще, может, с Цыганом Бани лучше сыграли, может быть, нет. Но посмотрим, как сложится на них отсутствие Цыгана, как Цыган впишется в команду The Nation. В этом есть дополнительный интерес. Ну, а с вами ПБ, смотрю я, Слэм. Нас ожидает третья встреча сегодняшнего дня. Это, конечно же, заруба просто таких команд, как Madhouse, Кислота. Аутсайдеры, друзья, аутсайдеры, если быть точным, то даже можно, наверное, посмотреть, обратить внимание, где они находятся. Сразу не париться. 13-я отсрочка, Кислота, ниже C16 на вашем табло. У них 9 игр, из них 3. Выигранных, ничья 0, поражений 6, беда, минус 26 по очкам, 9 очков, ну и команда Madhouse, которая на 14-й строчке. Борьба аутсайдеров, но парни могут сейчас просто сойтись друг с другом, все-таки это стар-серия, стар-ладдера. Madhouse могут перешагнуть себя, из, ну, прибавив команде Кислота немножко проблем, ну или серию проблем, чтобы те чувствовали себя еще в более сложной ситуации. Ну, а я пока что с вами не прощаюсь, я вернусь через несколько минут, пока у нас будет небольшой перерыв, опять же, музыкальный блок, рекламная пауза, и я вновь в эфире, далеко не уходите. Оставайтесь с нами, будьте верны стар-ладдеру, pb.starladder.tv. За это время можете написать какие-то комментарии. Ну, я по приходу их, естественно, обязательно прочитаю. А пока небольшой музончик. Просто ультрамузончик. Вот, я не обессудьте, я время ставлю сразу же. То есть на 20:00 по Киеву. То, что через полчаса игра, на самом деле, начнется она пораньше, скорее всего. Вот, так что вы не переживайте. А пока что музыка для вас.